Мы с вами, напоминаю, остановились. Да не помню я, где мы остановились. Я не слежу за сюжетом. К генералу возвращаемся. По поводу и без. Сюжета еще 2 часа осталось. Понял, спасибо. あの時は周りに人がいて簡単な挨拶しかできなかっただろう。だから改めて3人を海援将軍に推薦しようと思ってね。У меня почему-то почти месяц привожуха самозанятого не хочет налоги выводить. Ну, типа, я не могу их оплатить. И меня это беспокоит. Хочу заплатить налог. Дайте мне платить налоги. Какой есть смысл в новой Лоле, если Клара уже С2? Нет. Когда-нибудь у тебя будет С6, Е5, Клара, и это будет кайф. Заплатить налог на налог. Да, теперь еще и регистрироваться в РКН надо будет, потому что я блогер. Десятитысячник. Когда, правда, ХЗ, видимо, в конце года или что-то такое. Ну, когда они, короче, завезут эту хрень на госуслуги. Иначе рекламу нельзя будет брать. Тян, хочу платить налоги налоговой Армении, не плати налоги. Так налоги в Армении я уже заплатил. Это я пытаюсь в России самозанятого заплатить. В Армении самозанятого нету. Ты меня порчу наложил ей... Это то же самое, что в Гашне сказать, чтобы упала С6 Чича. Ну, простите. Простите. Только попрошу С6 Джин. Перенесли на ноябрь-декабрь. Но они приняли. Ну, понятно, что сразу регистрироваться нельзя будет, потому что у них ничего нет. Что значит? ケイゲンが天令を開く意図も彼が直面している情勢についても、カイエン将軍、あなたの慧眼に心からの敬意と感謝。お前さんが列車の承認を紹介したのは、わしと秘書のライと。 Как хорошо, что не надо сегодня никого перса качать, тестить, там, вот это вот все. Просто проходим за сегодня сюжет и забываем на полтора месяца о том, что в Ханкае что-то есть. Че, привез коробку? Материал футляра сияет приглушенным светом. Это не дерево и не металл. Его поверхность оплетена. Вообще похож на дерево. Металлическими нитями, изображающие детальный узор лотоса. Следомат качать. Но это надо успеть еще сделать. А, сюжет смарт. Вот смарт. Весь доступен. То есть, прям весь. Забыл пули фармить. Я нафармил. Мастер Ринга. Джоданに関しては。この箱、何？これは演武天霊のために用意した剣箱だ。今は体が 数日すれば宝剣が届き、自慢ではないが、その剣は守名の工芸技術の至極でな。違法を渡り、様々な異業を打ち立てたのだ。У вас есть легендарный меч? Лучше, у нас есть коробка для легендарного меча. 考えに考えた末、今回の、それに今回の守り人は 5-звездный Яньцинь! Вот оно, смотрите, в конце лофу он получит легендарный меч, победив в турнире и станет настоящей 5-звездкой. Комусуме, 自信満々だな!
Бросить мне вызов на кринге. Похоже, Фейсяо была права, когда сталкиваются эти двое, жди беды. Вот и сюжет смарт. Не, подождите, еще рановато. Оно же еще должно... Ну, понятно, что тут завязочка, но нам же должны еще дальше этих псов позорных показывать. Позорище. Просто поймешь, что дело безнадежно. Эй, просто прими судьбу, Март. Да тут седьмой Эдамон я не ценю. Да. Кстати, когда там в Геншине сотый уровень-то персам? Почему до сих пор не объявили? Когда они начнут это, персов-то докачивать до истинного уровня? Все, ждать Селести, чтобы это произошло. Решили девятого мира дать и понерфить данжи? Даже серьезно? В смысле, зачем? Затем, что у тебя обилки не до 15 уровня прокачаны в Геншине. Не до максимального. Затем, что у тебя враги в бездне 90-го, ой, 100-го, а ты 90-го. И подняв уровень до 100-го, сделав такую своеобразную инфляцию уровней, как в World of Warcraft, можно и врагов сильнее сделать, чтобы было интереснее играть в игру. И продолжить качать персов. Кайф. А за 100-й уровень персонажа давать одну ивентовую крутку. В смысле, разбежался. Ты представь, насколько много ресурсов на это надо. Вылетел из окна, как в меме, да-да-да-да. Ты что, предлагаешь интересные идеи? Пора тебе стать лучшей фехтовальщицей экспресса. О май. Дело пахнет писюнами. そうこなくてはな。では、
Хуаянь с тихой улыбкой покидает обитель божественного предвидения. Говорите с другими гражданами. Граждане, здрасте. ラフが同盟に提出した報告書には 列車の行動記録も含まれている。彼は俺たちが嘘の話を言うための要素ではなく、演武天霊は海燕将軍の試金石だ。そのために彼は雲里まで巻き込んだ。本来は若者二人の勝負だったというのに、今は二人で協力して美月に剣を教え。海燕将軍は相変わらず人を困らせるのが申し訳ない。君たちを招待したのは 2人の将軍に承認として今後数週間のうちに海燕将軍だけでなく秘書将軍とも会ってもらい、彼女の質問に答えてもらうつもりだ。 А, мы уже. Пакуем чемоданы и рвем когти. うちら何も悪いことしてないじゃん。ラフを救ったのに、なんで犯人見た。心配する必要はない。 何があろうと俺は列車の承認として。ありがとう。僕は将軍のために背負えるものは少ないけど。でも僕ラフのために絶対演武天霊の演武台を守ってみせるから。ああ。 かの有名な天劇将軍にここまで待ってもらえるなんて、我ながら鼻が高いわ。久しぶりね、飛翔将軍。お、ミオフィオフ встретились。あなたは妖精の請求軍の先方で。 私はラフの水耕への飛行士だった。でも30年間言えないわね。交渉の共鳴機能では毎日あなたの勝利の知らせが流れているから、毎日あなたの勇姿を見ているのと安定してるわ。あの名前も性格も変わっている意思よね。昇級よ。妖精の探偵師に派遣された彼は 今は私の幕僚であり、専属の医師でもある。私の出自を考えればあなたの無事を知って安心したわ。ところで今回海燕将軍と一緒に来たのは元帥の命を受けたからでしょ。秘書、友人である私に免じて同盟がラフの将軍にどんな裁きを下す。剣木の再生は後ろに隠れることに慣れた老いぼれたちに恐怖を与えた。 ラフからの報告書で事の経緯は説明されてるけど、人滅軍団の侵入が事実なのか、正確ハンターと請求列車がどのように介入したのか、そしてあなたも知っているように長い間姿を消していた逃亡犯の渓流が再び姿を現した。今回彼女は種族の民と棺を連れてきて元帥に神と戦う方法を献上するって言ってるわ。ラフの粒子も 軽減が同盟を顧みず追放された劉村陰月をラフに帰還させ、林園教の誤解を開き、自明族の剣木を見守る責務を報告したと報告している。これが私が先週ラフに職務上説明する必要はないんだけど、あなたと私は肩を並べて戦った仲だから隠すつもりはないわ。でも、わかった。ごめんなさい。
失礼だったわね。陰月の乱が終わってから、ラフは数百年にわたる安寧を享受してきた。これは残念なことに、長命種は長く生きていると必ず過去の積み重ねを全て破壊するような失敗をする。敵その通りだから、今回来たのには別の目的もあるの。ほい、それはフーレイ、あのホリジンの選手のフーレイのこと。вот это вот можно даже подскринить。700年以上前からラフの優秀国に禁錮されているあの。На какую-нибудь превьюшечку. Семи сотен лет назад. Слушайте, сюжет прям кунг-фу панды какой-то. Там же тоже заточенный волк был, да? Мастер кунг-фу. Там волк был или лев, я не помню. А, тигр там был, блин, точно. Точно тигр? Да, наверное, тигр. Я просто помню, там была тигрица, которая... училась тоже на... мастера кунг-фу. А, там был барс. Да-да-да-да-да-да-да, все, я понял. Угу. Да-да-да. ラフの状況を知って、妖精内部は風霊がちゃんと収容されているか不安になったの。今までの100年に一度の面会では、だから彼らを安心させるために、あた、はあ、悪い。そういうわけでもないわ。少なくともあなたが思ってるほど悪くはない。早く教えてちょうだい。請求軍はあなたに提供された航路を捜索して、ナルビ商会の感染の残骸を見つけた。残念ながら。でも、私たちが事故現場に到着する前に。それは選手の人？それともカンパニーの？どっちも外れ。玉空、ルアンメイって知ってる？テンテン。Ты еще не видел дом кандалов? Флешбеки поют еще жестче с панды. Я один раз, ну может два раза смотрел. Не так прям хорошо помню. Блин, мы реально все еще не в новой локации. Сколько этот сюжет будет длиться? Я просто хочу копать железо. И убивать монстриков. Как же хочется спать. А ты что тут забыл, Яньцин? Интересно, на... вот они говорят о физухе, интересно, на поезде есть качалка, они ходят туда качаться? Бассейн какой-нибудь на поезде. Насрали филлерного сюжета на полтора месяца, да? Sad but true. Как же ГГшка много говорит. Тихое место. Мы отправились на первый урок. Джин просто хороша, наверное. Ха, Унди-сишоу,
僕は美月さんにラフ剣術の真髄を教え、演武台の上で彼女を勝たせてみせる。Ну, пусть здесь комната химика для тренировок, если ты понимаешь, о чем я. Мне кажется, она там только тренирует кофе заваривать правильно. У нее, знаешь, все выверено. Подарок учительской поддержки. Как ты так быстро успела? Небольших красивостей. Красивск. Это Март. Это Март. Ту-т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 у
三月さんが剣を習うなら使いやすい武器が必要だと思って徹夜で双剣を用意したんだ。おお。急だったから職人に作ってもらう時間はなかったけど、できるだけ綺麗で重さも初心者向けのやつを選んだから。Я напомню, пишет, что не поняла, как дверь открывать в Тесле. Она же на Тесле ехала на такси. Пу-п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 у. Ты где такси Тесла? В двери Вань приехала. Комфорт плюс. Вообще очень много электрокаров здесь. Эти, как их, Форд, по-моему. Блин, или не Фордовые, не помню. А, Фольксвагеновые. Вот электрокары частенько по Еревану катаются. Прикольные, мне нравятся очень. Когда они приезжают, они такие прям вместительные, довольно-таки такие большие, удобные, классные. Для такси кайф. Мгновение спустя. Весь Батуми в электрокарах, правда, это Prius. この格好に合ってる。雑談はこのくらいにして、授業を始めよう。ここに、いきなり実践訓練？ちょっと厳しすぎる。あ、デレヴァンネミチ。ほら、一歩前に出て。 Да сколько же март выше, чем она. Жесть. Полторашка. Че, нам дадут за нее прям подраться, да? Ля какая. Ля какая. Буба. Не, Март супер красивая, все-таки лучший персонаж в игре. Когда же пятизвездка? Да. Простите, но пачку мне менять лень. Блин. А, нифига себе. У тебя еще нет опыта в фехтовании, используй навык. Тогда я прошу учителя Яньцини обучить меня приемам. Угощайтесь чаем. Так и могут накапливать заряд. Как же он ее заморозил. Главная сила. になってるね。
В итоге сами все убили. А, я успел ультануть. Ну, вернее, не ультануть, а этот получить пассивку, да. Он все считается учителем? Видимо, да. Дитин. Меч. Дитин. Боба-чай. Миркути говорит что-то там. Ей 11 тысяч урона. Пог. Обязательно говорит сказать что-нибудь пафосное. Боньк. Пур-пу-пу-пу. Так, а я же правильно понимаю, что все еще действует этот, да? Баба-баба-чай, видимо, действует. Можно пока не кастить. Да сколько ж можно-то? О, говорит, что-то поняла. 48 тысяч. Норм. Нет, контратака у нее ауешная. Ну, у нее обычная контратака. Обычная, ну, в один таргет, а ультовая ауешная. Ой-ой. Все-то он знает, что они делали этим летом. Силы ударом концентрации. Мне кажется, ли моделька Яньцинь рядом с моделькой Юньли выглядит как трехзвездный персонаж? Я не знаю, может это тени такие, может я хз, ну как будто, знаете, вот как будто его рисовали 4 года назад. Ну, скорее всего, так и было, но все-таки. おばちゃん、空想。僕が空想理論派なら剣の言葉が分かるなんて言ってた。え？まだ1時間目なのに、もう喧嘩してる。2人ともストップ。足運びも力の入れ方も遅かれ早かれ全部勉強することになるんだから。同じじゃない。 Ей, новый путь. Перейти для просмотра. Открыт новый путь. Смените путь. Переключиться на охоту. Дэм. Нет, я хочу посмотреть на красивые анимации. Блин, какой кайф. Почему у ГГшки нет таких анимаций? Блин, а почему нет крутого перевоплощения этой Махасёдзи девочки, чтобы она такая голенькая вначале была, покрутилась на экране и уже потом надевала новую одежду, новое оружие, вот это вот все. Кайф. Так, ну это все мы потом вкачаем, наверное. Сейчас-то что? На поле боя есть учитель, скорость Март повышается. Когда учитель использует базовый навык, Март немедленно выполняет бонус-атаку, которая наносит основной цели мнимый урон, а еще и бонуски херачит. Также активируется эффект соответствующий пути учителя, фига. Ту-ту-ту. В начале хода восстанавливает энергию.
Используя ульты, повышает крит урон следующей сильной базовой атаки. Окей. Ой, время идет, дни сменяют друг друга. Химеко, Йоджи-чан, Тануэ. Сочино табива джунчо. Учива рафа де генки не оттерекала. У нас на Мофу все хорошо, поэтому будьте за нас спокойны. Внучка Хуяня. Буба! Сюжет не кончается, ну и неудивительно. Это же единственное, что есть патч, ну и Март. Под строгим надзором наставников безустанно тренируется до скрипа суставов однажды после очередной тренировки. Бубест. Выпадет ли мне шанс превзойти своих учителей? О, ребята, вы две стандартные пятизвездки. Вы еще не видели настоящую Март. Вот выйдет пятизвездная. Ой, посмотрим, кого еще превзойдут тут. Да-да-да. Да-да-да. まさか数週間でここまで様になるなんて。昔おじいちゃんが剣法を教えてくれてた時。本当に努力して笑ってたならいいけどね。うるさい。もう。とどど。もし、もっと剣術を学びたいなら、他の選手の剣も試して。剣？先週の剣の中で一番強いのってどれ？短剣？ 銃剣？それとも飛剣？一番強い剣なんてない。いるのは最強の剣士だけ。あなたの元凶師匠は何本かの飛剣を操るのが。第一に僕は逆風なんて言ってない。第二に君なんか僕の相手じゃない。第三に誰が誰を逆風って言わせられるか。だ、リスクナイヴェルナ。乗った。 Вот тебе и конфликт двух учеников. О май. なんでまた喧嘩になっちゃうの？ここ最近は仲良くなってきたと思ってたのに。演舞台で勝負する予定だったラフト主命の将軍の皇帝がなぜか協力して弟子を取ることになったと聞きましたが。 Играем. Здорово, Фастим. Здорово. Господин Цяо Цу. Хихи, розовый лис. Шаблон фильтрации артов вообще не трогал, да и бессмысленно, мне кажется. ただ何を学べばいいのか迷っているみつきさんに共感して
Блин, смотрю на этого чела, теперь реально в хот-пот хочу. Тут в Ереване еще новый хот-пот открылся, мы находили уже один. Там было, ну так, средненько. Сравнивать я могу только с Ого-Хога в Питере. Вот, а второй открылся от, короче, такой от сушильни, типа, довольно большой Dragon Garden. Но наверняка дорогущий, капец. Ну, хот-поты это очень вкусно. Бульончик, соусы, всякое мясо, сидишь, жаришь, кайфуешь, пивасик попиваешь. Или сам уж повар, да. У меня разыгрался аппетит трижды. Лечение пищи. Самое забавное, что вот этот вот хот-пот открылся практически после ковида в Питере. И, ну типа прикол хот-потов, что все едят из одного бульона. А тут, короче, ковид. Сам пройду, да, как обычно. Сейчас, минуту. Вот, и удивительно, что они вообще выжили со всей этой историей. Ну и вроде даже разрослись, там что-то второй зал себе открывали. Я про этот хот-пот в Питере рассказываю. Да. Целитель. 僕のことを武術を語る貧弱な文人だと誤解しているのは分かります。ですが、この人なんで突然子供と張り合い出したの？違う。ね。あ、куда я вдруг продать? ガイキの珍しい種。いやブラ。毒薬。そうですね。医者の医師次第で毒にも薬にもなる濃度を高め、投与する量を増やせば代謝が落ち、血液が凝固しなくなり、ごこれは人を救う。僕はやっぱり剣で勝負を決めたいな。確かにあなたを誤解してたみたい。あなたは貧弱。おやおや、どうしたんです？ 急に人をけなしたりして。ドゥドゥドゥドゥ。妙な図を見る。彼に今生きている卑怯者と生成堂々と死者がいるとしましょう。死んでいる人が生きている人を戦場では死に瀕した瞬間、晩年が無に戦場から生きて帰った人。 ワンチェを見поняли。これは失礼。ですが、演武天令の守り人に選ばれた時、僕も将軍に聞いたんだ。Как же филлерная турнирная арка, я как будто сёнин смотрю。Именно смотрю, при том, что в основном я сёнины сейчас читаю, то есть типа One Piece я читаю, не смотрю. В Наруто я вообще дропнул, в какой-то момент Блич тоже. В далеких 2010-х годах. Нужно реально избивать этот. Следуйте за пьяницинем, давай. Звездочет Навалия.
ショウキュウさん、どうかした？いえ、何でもあり。ほら、あの遠くに見える船が。遠くから見た感じだと、あの強砲艦はラフの運営台した艦船を改造したもので、演武典礼が正式に始まるまでは誰も入っちゃいけないんだ。でも明日鐘が鳴って礼砲が打ち上げられたら、 僕は、選手ラフの運気軍代表として演、僕は小さい頃から将軍のそばで剣術と兵法を学んできた。毎日剣を振るって、僕が普通の子供と少し違うことは分かってる。他の子が持ってる戦場に出て敵を切り殺した時も、邪悪な異民者たちと戦っている時も、毎日自分がどんどん強くなってる感じがして、でも、 ある人と剣を交えた時、たった一撃で僕の完璧な自信が失った。その一撃が迫ってきた時、僕は初めて怖いと思ったんだ。もしかしたら。その後、いや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 、い
Ладно. Сама расскажи. Не буду. Ну ты и расскажи. Зачем? Я напросил вам рассказать, что я вчера жаловался, что в макаронах по-флотски слишком много мяса. О, ужас. И я не жаловался, я просто сказал. Нет, я просто сказал. Затем, что так и есть. Я констатировал факт, прикинь. Как может быть много мяса? Сколько мне нравится, много. Ну вот так вот. Там прям куски такие большие были. Я все прослушал. Я устал от этого сюжета. Чат, я не знаю, правда, он неинтересный. Очень здорово, что март обучают, но может быть ивент будет поприкольнее. Там же, наверное, боевой ивент, где надо будет мобов побить. Но это очень скучно. Спасибо. Удивляюсь, как ты читал это столько времени, я тоже. Когда кому-то очень скучно, мне очень интересно. И все это, естественно, очень субъективно. Так что ничего удивительного. Вон Дон Корлеон всегда приходит и рассказывает, как интересно здесь читать сюжет в Геншине, например. Так, а что у меня март, блин, история? Ну ладно, в истории она, наверное, прокачанная, да? Да, наверное. Просто там филлерные куски ивентов и так далее. Бывает. Я вот люблю макарошки. Макарошки — это вкусно. Нет много. Ну ладно.
Темные делишки тут какие-то делают. Я чё, уже увожу детей, она сказала. Агенты под прикрытием прикрываются детьми. Блин, звучало хуже, чем я думал. Надо было сказать, притворяются. А прикрываются как-то не так получилось. Странно, что облачный рыцарь не узнал учителя Янь Циня в упор. Ну хоть не Икку, Рикс. Да, в смысле, сфотографировать. Вам нужно сфотографировать как можно больше целей. Достигнуты не все цели. Доказательства с 4-кратным увеличением. Панч Клаб похож ивент. Че там прям прокачка март будет? Залезем в ящики. Кажется, вы все вместе туда не поместитесь. Как тесно. Ой, только не там, братик Янь Цин. Спустя, как вам показалось, целую янтарную эру, вы слышите, как ящик касается пола. Мокток. Ярик, улетать. Звук удаляющих шагов дает вам понять, что можно вздохнуть с облегчением. Кивнул сюжетку и пошел в ивент ради нефритов. Увы. Играть ради нефритов. Рабы игры, ребята. Ой. Играть ради удовольствия. Ну, ладно, с другой стороны, нефриты могут приносить вам удовольствие. Люблю ивенты побольше сюжетки. Ту-д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 у
А вот в Zenless Zone Zero есть кнопка скип сюжетки, да? Мудани утагау но ямеро!
Чёрт. Энергетический якорь, ура. Деловые костюмы. У меня такое чувство, как будто я сайд-квест Юнили делаю. Ну, там же будет у нее квест сюжетный. Очень весело, Чезаро, очень весело. Я уже начал скипать прям, ну, типа... Момент, когда просит о помощи. Миро, Юсоу-Йо Сеса Иссо-Де. Попались, контрабандисты. Чё, все с поличным. Звера корабли. О, нет. Псов превратились. Ау. Классно, у меня без хиллера, кстати, пачка. Классно, пачка сместилась, что я могу сказать. Кайф. А, это все, да? О, пойдет. Саня, спасибо за ресаб, 12 месяц. Спасибо большое, целый год. Фури контрабандист. Зенезензера прям. Пурбум. И таборисинцы не раскрыли свои истинные формы. Борисинцы проникли на Сянджу. これは単に選手の服に着替えて毛を剃っただけの変装じゃない。どんな手を使ったのかはわからない。こいつらには公的な身分があった。天白氏、構造氏、そしてポンポンポンポンポンポンポン。この偽物の運気軍の監察を見れば、何か手がかりをつか。ロクン、巡殺護衛隊の武官。 どうしたの？前にロクンっていう兵士に会ったことがあるんだ。あれは数週間前、ホリジンを護送してた時だった。身分証を偽装して堂々と選手に出入りしてたなんて最悪。お、нет、шпионы повсюду。もっと多くのホリジンが選手に潜り込んでるってことだね。 Освободить большого пса. Что еще могут хотеть сделать волки? Освободить большого волка, чтобы вместе выйти на Луну. Конечно же. Пепа проходит. Оп. И прям очень красивые цвета, прям кайф. Серый с синим такой прям круто сочетается. С голубым. Или приветики. Здорово. 妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。
Яньцы не такие красивые. Да, мы должны ответить на ваш вопрос. Блин, надо было что-нибудь пошутить, я не увидел другие вопросы. ポポポポポ軽減将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め人滅過疎の動向に壊滅の手先はこれまでに数え切れないほどの世界を破壊してきたわ幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ないでも今回の事件は 新作将軍と七人たちの武勇は信じてるけど報告書には記されていない詳細について知りたいの先に言っておくけどこれから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない構わないただ俺たちに答えられることはこちら が知っていることに限られるそして将軍が聞きたいことは口が達者なのね気に入ったわお前<笑> Сейчас ее намерения не ясны. Может, говорить лучше только о том, что мы знаем. Все дело в Стеллароне. Поговорите о ее подозрениях насчет вашей связи с охотниками за Стелларонами. Хотя пророчество Элио, но это как-то мы не знаем об этом. Все дело в Стеллароне. Как обычно. В космосе бардак. Всем привет, как обнова? Здорово, довольно скучно. Ей помогала. Встречалась с Даньшу. Изгнание пожирателя Луны привело к этому бедствию. Давай вот это вот. Вообще не помню, кто такая Даньшу. Фонтилия Хелиобиф Усюань видела все своими глазами. Фонтилия стремилась заполучить силу древа Амброзии. Ну вот, наверное. Почти неуязвимую. Как хорошо, что она была достаточно уязвима к нашим типам урона и к ударам генерала. И, конечно же, Дань Фэна. Да. Квара 2.0 крутить будешь? Разговариваем с бубами. Квару 2.0 крутить? Нет, конечно. Зачем? Мне Квара моя первая лего. Я же дурак, что ли? Ставь на превью. Вдруг ты симпуешь Квару? И что? Лису крутить будешь эту? Не знаю пока. Сложно как сказать. Как всегда, слишком быстро закончилось. Посмотрим по билкам. Но скорее нет. Охотники — это что-то бесполезное.
2つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして危機解決の3つ、剣木の災いの後、独断で演武天霊の解天劇将軍、それはお最初に言ったでしょ。私が尋ねることは必ず薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。性格ハンターの予言は私も鵜呑み。ギニラウエタシトトビスパレズナ。ただ事実として敵に対応している間に、やってラフは剣木の技演武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に天気でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかけ。さすがは新作将軍。でも残念だけど、報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び込んでは、они просто мусолят сюжет предыдущих, блин, кусков на лофу. Камон, там сюжетные повороты с Фантили, там, ну, какие-то там, да, появление Дань Фэна, все это ладно, это было довольно весело, эпично местами. Пойдет, но зачем это все теперь мусолить, да боже мой. それはホリジンじゃない。長生の主の使者を自称する女で、十二の顔。Сценаристам тоже нужно в отпуск ходить. 猛毒のように残酷で、流砂のように変幻。Наверное. ホリジン元老か。ええ。来たのが私でよかったわね。もし仁明将軍や重藤将軍だったら、ここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるから。あなたたちのような正々堂々とした義教を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たず、秘書将軍どうするつもりだ。Потому что все проскипали, вот теперь напоминают. О, ура! あなたがやりたくないって言うなら、私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や、それを得るために七使人の二人。Вы хотите посадить нас в тюрьму? О нет! Только не зэки под прикрытием! У меня флешбеки из Геншина! Худшая сюжетка в мире! Вы разрешите нам вернуться? その気があったらとっくにやってるから。わかった。で、あと、もう一つ大事な用があるの。Кто зэки? Ну, нас же там сажали в тюрьму, типа, реально. Чтобы мы выяснили какую-то инфу про то, куда пропал Тарталия. Я奴らが大きな計画を企てていること。風霊は古族の旧敵だからな。古族が管理、収容することは道理にかなっている。激しい論争になるかと思ったが、風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の小休とモゼに牢屋の状況を確認させて。Представьте, будем хулея каждый месяц бить, ой, каждую неделю бить в понедельник. Или он не как World Boss будет, а хрен его знает. Пока непонятно. Вроде недавно был этот. Ну, я готов. Пойдем. Ремни, плащи, побрякушки. Как с этим воевать? Нахуй ли это? Пойдем.文書は用意してあります。文字部の判官にもお二人の代意を伝えていますよ。Без тебя разберемся。優秀国。何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになると。タンコ。俺は大丈夫だ。準備ができたのなら、獄門を開きますね。Пройду дверь, окажусь в тюрьме, да? では、
Дорогие гости. Ну давай. Там будет реран Кавки. Кстати, а его еще не было? Не был, мне кажется. Уже. Че по сундучкам? По сундучки. Для тут эти стоят. Видишь, какие интересные. Мадамы. Ля какой зоркий глаз. Это реально крепость Мирапиды из Геншина. Нет. Нет, он тоже под водой. Помогите. Почему?今の君は銃を取りに捕まったとしても、風霊を妖精に応召することは妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要。初めまして。私は摂政。おお、いや、вспомнил, тебя же убьют。昇級モゼ。 電撃将軍秘書より、モーゼス、フーレイを妖精、王僧の目を受けてまいりました。今回はフーレイの収容状況を見て、王僧の下準備をすることが目的です。ハンガンさんも。はい。面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。 2着と、なるまいです。2123回に及ぶ侵略戦争、および、それに付随する連帯犯罪の責を、その凶暴かつ、残忍な行いを鑑み、優秀国の底へ投獄した後、ハンガンさん。 判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら子族の旧敵。妖精の人は彼の悪名を叱りも。重罪人に面会する以上、すべての規則があなたたちの幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。優秀国の底に閉じ込められているのが、どのようなラフの先代犬種、ケイリュウが、 Она поймала, ничего себе. Не предоставили ему еду. Бесчеловечно. Перечеркиваю всю задокументированную информацию о физических характеристиках борисианцев. Его в этот, в ШИЗО отправили просто. В 2027 раз。苦痛を与えための刑具です。ほとんどの捕虜人は剣受刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながらこの凶悪な獣の異常性こそが規則を必要。僕が占領でした。続けてください。 Заключенный Хулей. Вожак борисинцев, обитателей изобилия, повинен во многих агрессивных войнах и других военных преступлениях. Долгое время держал в рабстве лисий народ, готовил эликсиры из их крови. Способ заключения наказания чистокола мечей без права на помилование.
Необходимы регулярные перевозки заключенных с места на место. Кандалы и воздушные фильтры в перевозочной камере должны остаться неповрежденными. Нахождение данного заключенного под стражей является залогом союза между Сянжо и Лисьим народом. Все недовольные выбранные меры пресечения будут обвинены в провокационном сговоре. Как удобно. Любой, кто вступает с заключенным в контакт, в том числе вербальный, должен принять пилюлю антидот. Либо использовать дыхательную маску, оснащенную картриджем для нейтрализации люпотоксина. Кажется, он будет дотами дамажить. Место содержания заключенного должно меняться ежегодно. При этом новое место заключения должно быть известно лишь судьям и лейтенантам облачных рыцарей. При разговоре с заключенным не упоминать имя Цзин Лю. Это 1984. Запомните, Лисий народ не воюет с борисианцами. Запомнили? Молодцы. フーレイは堀人ですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を数千年前、我が一族は堀人に奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は、子族が奴らに劣っているか。やっぱり君は話の分かる人ですね。薬は飲みましたので、行きましょうか。 Воняешь слабостью. На жопу засмотрелся. Он воняет в этой псиной. Короче, это вот Тян, это была переодетая псина. Мерзость, изобилие. Сундук. Обычный. Нефритовые счеты излучают в этом месте странное сияние. Обращает внимание на то, что дом кандалов, находящийся под лунными глубинами чешуйчатого ущелья, представляет собой уходящее вниз строение в форме колонны. Проводники душ, сидя перед экраном, следят за тюремными камерами и преступниками. Губастая пришла. Это ты! Это счастливая случайность. Даже сундуки нельзя собирать. Это Хогвартс. Извините, а с вашего позволения можно вазу ломать? Я забыл спросить. Мисс Ханья. Простите, но эти вазы мне не дают покоя. Вазы и сундуки. Ого! Я уже и забыл. Это какой-то новый, это Gexa Nexus Remake. Обновленная версия Gexa Nexus. Нажмите на механизм центра экрана, чтобы получить возможность ставить кубики. Каждый раз, когда вы устанавливаете кубик, расходуется кубик ресурс. Ставьте кубики, чтобы изменить форму механизма. Когда форма будет совпадать с изображением на пластинах с двух сторон, загадка решится. Если разместить кубик в неправильном месте, на боковых пластинах появится уведомление об ошибке. Окей. Короче, снова RGG Land с головоломками. Чтобы расставлять кубики, нажмите на кубик.
Ты стал больше details, теперь это Nexus, такой фабрик. Oh. Yes, yes. Туда нельзя, говорит. Понятно. Блин, столько вас. Туда тоже нельзя. Понятно. Руку в обезьянку засунь. Только не с той стороны, блин. Тут что ты делаешь? Это что такое? Это, видимо, порталы, да? Ненавижу порталы. Заполнено холодным воздухом северные вершины. Ну, короче, погоду Новосибирска сюда привезли, да? О, сундук. Здесь Михой не смогут удержаться, и Борисинец будет сбегать из тюрьмы, точь-в-точь, как Тайлунг из первой Кунг-Фу Панды. Ну, мы даже сегодня Кунг-Фу Панду уже вспоминали. Головоломки с часиками для меня были непроходимыми, а кубики кайф. Да ладно тебе, часики простенькие. Ну, блин, часики прикольные, там... В них реально есть местами возможность подумать, мозг себе сломать. Но кубики тоже прикольные, головоломки вообще норм. Хонки. Тут кабельмо на глазу, тут все под завязку набито коробками и ящиками. Ту-ту-ту-ту. Его в коробке держат? Смехами в этих ящиках шутки плохи. Мехи псы. О, сюжетец. Ну, картиночки, ну то есть заставочки. Кайф. Сейчас зажжё пацап. Придет серенький волчок. И укусит за бочок. Даже целых три. Ой. Блин, по канону, вот такие, вот там девочки лежали такие в чулочках. Они должны были все чулочки разодранные быть. Стража не отвечает. Кстати, эти псы наконец-то успеют настакать жажду крови. Чё, лучшая пачка против псов? Оп, я же говорил, настакали. Ну, кстати, не сразу ход получили. Субараши. Боньк, боньк, боньк. Я вообще-то думал, что если мы одного подстанем с объемом уязвимости, то у второго тоже, короче, собьется этот статус. Какие сложные враги. Контейнера не 封印を施したはずなのに
Под глазки закапа. Козоши на токи то онажи да на. Камоц га босоу ште, те атари сидай ни хито о когеки сру. Досмотрели, кстати, с Яной вчера олененка. Странная, конечно, история, особенно под конец. Ну, в плане кульминации. Очень странная. Если смотрели, а если не смотрели, посмотрите, очень такая забавная история про сталкершу. Ну, сложно ее назвать забавной, неприятная скорее. Олененка, да, Бэйби Рейндир. Сериал на Netflix выходил где-то полгода назад или год. А история как бы там на реальных событиях, вот. Так как бы про сталкершу, но и ГГ не без греха, как бы. Чё, нам дали переключиться на этого чела? А, говорили, что за него поиграть можно будет. Да. Блин, цифры не дают посмотреть ничего. Ну, кстати, Сахирон как раз. Четыре небытия пачка поехали. В глубине тюрьмы эти гроты невозможно открыть. Синие птицы прокладывают путь. Мрачные фонари освещают. Помогите мне зажечь фонари. Аниме новое про оленей. Нет, там есть какая-то олениха на катан, что-то такое. Но нет. Я про сериал. Ну, то есть открыть нижние уровни тюрьмы можно буквально при помощи одного летающего дрона. То есть если он залетит в эту тюрьму, пролетит в самый низ, он может открыть нижние уровни. Он. Потапон. Какие у него глаза закрытые, всегда счастливые. Ну-ка, покажешь нам какую-нибудь анимацию бездействия кайфово? Ну давай. Он под супом. Счастливый человек. Бахнул острова и жизнь хороша. Эх. Ну! Дай пошел ты. Очень скучаю по питерскому рамену, суперострому шифу рамен. Такой вкусный был. Эх. Вот тут-то тебя и прихлопнут. Фурейの状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により、
Чистокол мечей. Это как Unlimited Blade Works. Так вот она где? Коллаборация. Не-не, булдак слишком острый. Не-не-не. Но я хочу как-нибудь розовый булдак купить. Мне он очень понравился. Я его один раз ел. Но черный булдак нет. Я его ел уже. У меня от него уши онемели. Это я съел, ну, 20%, наверное, от лапши. Забавная история. Мы, короче, я когда пробовал этот черный булдак, ну, мы его приготовили, я его поел где-то 20% съел. Реально стало херово от него. Мы его оставили в холодосе на следующий день. На следующий день мама отварила еще макарон, гигантскую кастрюлю. И потом уже мы просто брали вот макароны обычные, которые свежие и вареные. Чуть-чуть добавляли от булдака, потому что он весь в этих специях был, да, которые со вчера остались. И вот тогда острота вот этого черного булдака еще была, ну, переносима. То есть на второй день из холодоса, смешанный с большим количеством макарон, чем, ну, оригинальная вот эта вот упаковка лапши. Было более-менее норм. Еще с котлетками. С макарошками и котлетками. Вот. И было норм. Но черный бульдак, он просто реально непереносимый. Ха, я вас предал. Стая на сапсов. Можете звать меня Мокток. Турук Макто. Или как там его звали? Макток. Сама справляйся. У тебя саппорт есть. Некоторые умудряются использовать несколько капель соуса бульдака на кастрюлю супа. Это нормально. В жидком любой острый вот этот перец, капсаицин, он гораздо сильнее распространяется по бульону. То есть есть острые соусы в чем-то жидком гораздо жестче, чем просто бахнуть, ну там, какой-нибудь бургер с капелькой вот этого острого соуса на мясе или там на булке. Гораздо жестче. А он хилер? А, не, он не в теле. Как же меня псы кусают, позорные. Так, ну-ка, что у него тут? 4700 атаки. Жестко. И это веревка на восстанову. ШП 152. Огненный урон взят в этой... Ну, огненный урон небольшой соседям, имеет высокий шанс наложить жаркий пепе. А так имеет высокий шанс наложить на врага жаркий пепе, который повышает полученный урон. И считается статусом горения. А, да. Уравнивает количество имеющихся статусов жаркий пепе с самым высоким количеством уровней. Чего создает зону на 7 противникам урон. Урон сверхспособности, получаемый противником в этой зоне, повышается. Жаркий пепе. Два статуса, получаемый урон повышен на 20. На 20 дважды или... Наверное, да. Или это уже в сумме. По-моему, надо их ваншотить.
Блин, они сейчас меня опять покусают. Здесь кто-то может и помереть в этой пачке. Да, они так-то довольно больно кусаются. Вот бейте лиса. Пес да лис. Наверное, есть смысл ульт оставить на... На следующую пачку. Здорово, Шаурман, привет еще. Ой, что-то здесь элиточка. Проблема, она может даже не ударить. Но, скорее всего, не ударит. О, ударила. Повезло. Намидами. Так, а я в него ультанул, и у него увеличен урон, да, там, жарких пепе. 15% волшебство порнографии. Получаем противником в зоне урон сверхспособности повышается на 15. Во время их действия появляется базовый шанс наложить 60% статус жаркий пепел. Пока активна эта зона, эффект может сработать до 6 раз. А вот, кстати, один пепел 15% дает, а каждый последующий 5 сверху. Защита не снижена, нет? Ну, 350 тысяч бахнуло. И это без второго саппорта, снижающего защиту, типа какой-нибудь пипелы. Да? Только Кавка, не умирай. Мне еще нужен был твой дот электрический. Слушай, ну может выиграю кое-как. Окей. От горения урон получил. На последнем издыхании. Защищайте врата. А где он хилит? Да не хилер он дотер дебаффер. Это хилер, хилерка и огненный будет другая же тян, которая... Следующий патч. Что там, Март интересная? Март прикольная, да. Новая. Увы. Типа его накормили, он обрел силу, сожрал волка. Каннибал! Пес, каннибал! Не могу серьезно воспринимать псов на врагах. Сколько лет прошло? Зеленат сделал оборот. Щенок дурана. Назовись. Щенок стаи. На сапсов, сука. あなた様の血筋から生まれた。あなた様が最後に一族を引き、政界の狩り場をかけた日から。少なくとも700年が経過しました。しかし、 Пес с прессом. Уверен, патч только вышел, а эти фури художники уже за работой. Просто посмотрите на него. Похоже на рабов, лисов. あなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。センジヤ。センジヤオン。私は麻薬を飲み、卑しい家畜の皮をかぶり、奴らに変装しなければならない。脱出の計画があるということだな。では、
この果てしなく巨大な船からどうやって離れる。私と仲間たちで監獄の門を封じ、監視を中に閉じ込め窒息させます。私のように変装した仲間が。Это не вас с нами заперли, это нас с вами блин, наоборот надо было. Это не нас с вами заперли в этой тюрьме, это этого пса позорного заперли с нашей героиней первопроходцем. Вот так вот. あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の主人は言っておりました。かの者の機関だけがこの作戦に参加した仲間たちは皆。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かし。はは。では参りましょう。離れる前に貴様らが口にした麻薬を俺にもよこせ。な、まさか卑しい家畜の皮をかぶるおつもりですか。それはあなた様のご。アホ。Так его же не будет босс-файт, Фэнсинг, по идее. Они же не анонсили, что босс будет. Или анонсили? Мне кажется, нет. Не уверен. Как будто в видосе, ну, в стриме разрабов не показывали нового босса. Не помню. По-моему, не будет. Сейчас скажут. На этом наша история заканчивается. Идите развлекайтесь, Смарт. まだ人質としての価値がありますので。Ситуация в тюрьме вышла из-под контроля. カンア様、現在各区域の部分が体制の立て直しを図っています。気候の敵があちこちを襲撃して、多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも。今は軽率な行動は控えて、先に単独に動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令によりこれより15分前、南国臨場が起動しました。おそらく節衣様と妖精の施設が遊牧の底に入ったのでしょう。あの悪獣を逃がすわけにはいかない。戦闘可能な監視の人数を確認しました。直ちに各層へ向かい捜索に当たります。行きなさい。襲撃者がここまで大胆な行動を取るとは、きっと長い間計画。Смелые псы. でも、ホリジンは暴力による。Блин, вообще у псов очень острый нюх. По сути, тот лис, который лис небытия, должен был просто нажать одну свою обилку, раскидать специи, и они бы все валялись просто с горящими носами. Видимо, с показаниями придется подождать. カンガ、遊牧の底までの最短ルートを教えてくれ。事態は一刻を争う。こうなったら。と、полученные предметы、побег。接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。У меня все умерли。А можно мне где-то воскреснуть, пожалуйста?Прямо в уськи. А вон там маяк есть. Чё, сколько здесь сундуков? 23. Во-первых, засунуть руку в обезьяну. Там трупы лежат. А, нет, это птиц. Нет полномочий.
It's locked, alright. Да. Ну да, не очень практично телепортации ширмы расставлять по тюрьме, наверное, да? Вон тут псы ходят. Знаете, что я могу делать с псами? Ой. Держись, сестренка. А, я уже разбивал эти вазы. Какие хорошие псы. Когда выходили из тюрьмы, расставили новые чистые вазы. Не разбитые. Найдем зацепки. Да вон же она лежит. Ну вон она, да, в уголке. Я так и сказал. На нее еще птицы смотрят. О, сундук. Давайте просто зайдем туда и все. Долгое время находился Хула и веет леденящим дыханием смерти. Считалось надежной, однако даже она не смогла сдержать монстр. Ну, там стена. Кокуни. Сайт Буба. Да, робот ее починит. Видите? 簡単に替えが効く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ。死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。Я так и не вкачал всю ей. 一人は綺麗な服を着た。Так и не поюзал ее нормально, ведь она классный дамагер. Эх. いや、ホリジンを除いて死体の中に孤族に似た。つまり襲撃者と風霊は。妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態。人質がいるとなると、看守たちも手が出せない。万が一のことがあったら、ラフと妖精の関係にも、どうにかして施設を助けて、ここを出て外部に情報を送らないと。ところで、カンガは何？Робот-призрак. Райс. Эй, Квалф, спасибо за сапку. Седьмой месяц, спасибо большое. どれどれ、うん、これを修復すればお姉ちゃん。Сейчас будем чинить, как как это обычно происходит. В нефритовых счетах.
Когда твоя сестра птица. Наверное, воскресенье тоже знает это чувство. Как удобно. Такая милая форма. Пусть за пинками Роба Птаха кратко рассказывает историю. Единственная птаха. Хлопая крыльями и с дребезжанием покидает нижний ярус. Канга, もう時間がない。これ以上もたついていたら、ホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら。 Спасибо, что убрали субтитры, пока она говорит. Жди там. Блин, они реально невидимые, смотрите. Жесть. Ну, у нас уже были невидимые монстры, но... Чтобы у нас в пати появилась робо-птах. Так, в смысле... Тогда отменить. А, ну, видимо... Не, подожди, тогда кубов не хватит. Ну ладно, они могут крепиться друг к другу. Услышал фолловера, но... Не вижу фолловеров в списке фолловеров. Спасибо за фоллов. Спасибо. Странно там. Призрачный фолловер, получается. Боевой пропуск, зеленый с сундука. Ничего не понял. Че, обычные челы изобилия, это уже есть. Вон. Же закрою копится любой из... Челов наносит урон, походу, да? Окей. Модзе пришел. Разве вы, говорит, не меня ищете? Да вроде нет. Ты сейчас залутал сундук, и оттуда шмотку упал боевой про... А, это... Не знаю, даже что-то не посмотрел. Да что ж такое? Спасибо. Намидаме.
クリティアフル。Зачем мне пачка очки действий? Им и так нормально, все умирает. О, вот привет. А, пропуск клуба Гекса Нексус. Потом Псайду понадобится. Вон. Да, кстати, я когда первый раз увидел, я прочитал и просто забыл. Гекса Нексус. Как раз еще один. Есть неплохо одетая Аквара, на втором Айдолоне без Сигны. Намного ли Юнли без Айдолонов и Сигны сильнее? Стоит ли крутить, если нефрит не особо много? Нет, не стоит. Не сильнее. Не сильнее, не намного. Вкусно получают урон от арканов. Аркановые. Ну, 5 псов могут урон прописать какой-то. А и все, да? Помоечку. Нефрит на повара, на Ахерон. Да, повар полезнее выглядит в этом плане. А чё, Мерсер, сегодня весь контент доступен, в котором Айдолоны можно полутать? В сюжете нет никого с физуязвимостями, так в новом зеркале же. Против этого, против Аргенти. Не ограничили днями. Блин, ну тогда вообще по-хорошему неплохо бы сегодня пройти, да? 40 крит урона нет. А, неплохо бы сегодня пройти, но я что-то уже задушился сюжетом, поэтому я не уверен, что я в ивент смарт пойду. Может быть, часик его потыкаем где-то. Насколько сил хватит? За полтора часа только один Айдолон взял. Ну, сюжет, да, скучнейший. Наконец-то какой-то экшон пошел с этими псами. Внезапно из темного угла тюрьмы появляется мужчина. Кажется, он может в любой момент раствориться. Жесть у него. Ремешочек. Перед вами беглец в темной накидке, о котором говорила Ханя. Его лицо лишено выражения. Холодное и равнодушное. Но почему-то он словно шепчет вам, наконец-то вы здесь. Эй, ты сбежавший посланник Яонциня. Стратегически отступивший посланник. Волчьи щенки. Техника сокрытия очень похожа на технику мантии ветра, которую используют в виде Ахара. モゼ、オオカミの狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて、外に状況を伝えようと思ったんだ。ラフの監獄。モゼ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を。お前たちには無理だな。それに、 今。 У тебя нет сердца. Я не знаю, что это.
俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何を、最悪の結果は俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国も封鎖されること、そして最高の結果は。Пошел проходить сюжет. Давай, давай. И тебе удачки. Приятной игры. Сайконの結果は門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中にとどまることだ。これなら時間が経てば外界も異常を察知して援軍をよこすだろう。その時に俺たちが一歩、お前は人を慰めるのが俺たち妖精の人間は、その一生を 俺は絶対に生きてこ。私は冥界の者。もう。ちょっと、выложусь на полную. Там еще один... А, показалось. По минимапе было видно. Кстати, если Ешку Фуськи нажать, то, по-моему, они не смогут нас ударить, несмотря на то, что невидимы, если я ничего не путаю. Не, нельзя. Мне скорее интересно посмотреть на... Ого, там лава. Мне скорее интересно посмотреть на Март, как светлячка-заменитель против мнимых челов под ГГшкой и этой... Ну, такой бесплатный светляк под ГГшкой и Жань Мэй. Чисто урон на супер пробитии потыкать. Ну да, светляк на минималках и в сингл таргет получится, по идее. Сможет ли она хотя бы там 300 тысяч вписать? Одной тычкой. Светляк по 350 стабильно пишет. Блин, мы запутаемся здесь, сундуки искать, да? Не то чтобы я сильно занимался поиском сундуков в последний патч. Атоскош. Здрасте. Здрасте. Мы исполним наш долг. Беглецы атакуют врата. Будьте осторожны. Я думаю, мы сейчас доберемся до самой верх и закончится этот, да? Ауф! Их задержу, не дайте хуя сбежать. В смысле, я их задержу? Это я их задержу. Зачем на меня есть светлячок? Ну, для тех, у кого нету. Март-то бесплатная. Ходит быстро, скорость дает, там, этот, пробитие играет. Ой, что-то этот испарился. Что-то про Ватацуми только что сказала, слышали? Ватацуми Сео Шимашта, что-то такое сказала. Помнит все еще про Геншин. Мы забыли, она помнит. Райден Мэй.
Бал. Очка. Дом Кандалов стал полем битвы. Тюремная стража пытается оказывать сопротивление, но у них не очень получается. もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して俺がいない間に貴様らはどこまで落ちたんだ。畜生と駆け引きをするのか。何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。 取引成立です。僕には相応の価値があると思いますよ。僕の身分、選手に関する知識、その他にも僕は選手の部下たちでは知り得ないことをたくさん知っていますので。卑しい家畜が残された命のために、そのかわいそうな舌を剣。選手殿はご存知ないでしょう。 あなたを倒した。ああ。軽流が。復讐の。復讐のチャンスは目の前にありますよ。フーレイ様。確かに言われる。こいつのデタラメを信じてはいけません。そのような情報は聞いたこともない。黙れモード。貴様。今から貴様は俺のそばを離れるな。 俺が喋れと言った時、フーレイ様、モード、俺たちはしばらくラフにとどまる必要がある。さあ、ドゥーランの子らよ。ザバイチェノ。 Я, стоп, я вижу там кубик. Кубик, пока я его вижу, надо сделать. Блин, меня туда не пускают. Трупами все завалили. Не пускают к кубику. Что, ничего нет. Не дайте преступникам уйти. Сама вставай и сражайся. Неудачница. Увы. Денли, Юсюгукとの連絡が途絶え. 国中で囚人による暴動が発生。妖精の使者と七人人たちは消息不明。現在囚人国との連絡の復旧を急いでいます。もういいわ、下がりなさい。はい。軽元将軍、海炎将軍、私たちの予想通り、剣木の再生は終わりじゃなくて 始まりだったようね。人滅軍団が泉州に伸ばした手は、すでに壊滅の種をまいた。今この瞬間から見えない未来に至るまで、泉州同盟はさらに恐ろしい試練に直面することになる。いくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して、 風霊の追跡を始めるわ。水面下に潜んでいたものが。 Куда идем? За Хулеем. Дева.
私は先ほど言ったように、淀みを取り除く。После короткой, но критичной потери связи отпечатанный дом кандалов снова оказывается под контролем. Эти команде безымянных ничего не угрожает, один из посланников все же был взят в заложники. И в это время вожак борисинцев Хуэй, уже долгое время находившийся в заключении, исчезает. Без следа. На Ло Фсянджо начинается охота, вот только кто охотник, а кто добыча? Об этом вы узнаете в следующем патче. Да, как только начался сюжет интересный, хоть какой-то экшон. Окей, клуб Гекс, вы получили это сообщение. Да. Такс.